Этой зимой родители неоднократно получали просьбы помочь в уборке снега в школах и детских садах. Обильные снегопады поставили руководителей образовательных учреждений в непростое положение. За каждым объектом, а их в округе более 150, закреплен лишь один дворник. Руководитель образовательного комплекса учреждения, он назначает ответственное лицо. А ответственное лицо каждый день с утра там, с 8 до 12 часов дня проводит визуальный осмотр всех объектов. Если же это объекты, как я уже сказал, входящие в комплекс, разбросаны по территориям, на каждом объекте также есть ответственные, которые докладывают руководителю образовательного комплекса. Осмотрев территорию школы и детского сада в лесном городке, глава и его заместители обсудили несколько путей решения проблемы. Некоторые методы уже применяются, но работа должна носить системный характер, подчеркнул Андрей Иванов. Сейчас мы смотрели территорию школы, детского сада. Здесь активно помогает подрядная организация, по-моему, «Спецстрой» называется. Но это выглядит в качестве некой социальной помощи, когда обращается директор, безусловно, никто не оказывает. Но мы можем эту услугу также с этим подрядчиком проторговать, допустим, дополнительные деньги выделить для того, чтобы все-таки это носило системный полноценный характер. При этом очищать кровлю крыш и веранд могут только специализированные подготовленные рабочие во избежание несчастных случаев. По просьбе руководителей образовательных учреждений будет решаться вопрос с припаркованными машинами и отвалами снега на центральных улицах. Водители расчищают свои автомобили, опять рассыпают снег везде. Трактор проехал, и все на круге своя. Мы выходим с лопатами. Отсутствие сосулек, снега на верандах и крышах, обеспечение удобного подхода к зданиям – вопросы безопасности детей, резюмировал глава. Поэтому очисткой территории должны заниматься специализированные организации. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».